Разработку электронного магазина начал проект «Канасас», опережая дорожную карту ICO. Существующий на сайте kanasas.com магазин имеет пока только демонстративную функцию, не предоставляя возможности произвести покупку-продажу. Как сообщают разработчики, будет не только полностью изменен дизайн магазина, но добавлена программа Secure Sale, включающая все партнерские криптовалюты. Основной средой цены товара будут Fiat Currency и Perks Coin, однако покупатели смогут приобретать товары за любую валюту, включая основные криптовалюты. Для Canasas eStore будет разработан специальный комплексный алгоритм для поиска пользователями интересующих их товаров.